Национальные идеи я, кстати, периодически задумываюсь и сам себе задаю вопрос, а сформулирована ли она за последние, ну, даже не 12 лет, имеете, да, понимаете, кого я имею в виду, а за последние 20 лет. Мне кажется, не до конца она сформулирована. Мне очень нравится то, что происходит в последнее время, такое некое единение нации, россиян. В понятие «россияне» я вкладываю абсолютно все субъекты федерации, все республики, которые входят в состав Российской Федерации. Мне отрадно видеть георгиевские ленточки на антеннах автомобилей. Да, пожалуй, и все. Собственно, на мой взгляд, это единственный праздник, который объединяет нацию. Ну, пусть это будет национальной идеей. Давайте обратимся к истории, где можно столько найти поводов для гордости нации. Вот как-то в этом направлении, наверное, смотреть. Национальная идея будет хороша тем, когда чиновники ранга министра будут сажать в тюрьму, и тогда те сомневающиеся, которые собираются у нас на Болотных и на Манежных, перестанут существовать. И Владимир Владимирович Путин будет иметь 100% поддержки у населения.